в том, что мы можем прокачать этот танцпол, этот круг, этот фест, урбофест. Может сюда подойти и сесть. Давайте подойдите сюда, все сюда. Где место? Может, давайте смотрим в круг, хотя бы в кругу все были. Все помнят, что танец зародился в кругу. Да, да, да. Не обязательно стоять, можно и сидеть, но главное, это энергетика и атмосфера данного мероприятия. Итак, друзья, как вообще настроение ваше? Сейчас мертвое настроение, сейчас вообще никак не катит. Как настроение вот здесь, отпустим? Больше шума! Здесь у вас как настроение? Вот, здесь как? Вот, здесь самое крутое настроение. А теперь все вместе, и... Отлично! Итак, официальное открытие будет чуть позже. Сегодня с вами многоуважаемый, замечательный диджей, диджей Тауэр! Отлично! Сегодня развлекаю вас с днем настроения MC Punk и Soldier! Музыка, можно послушать? Ну ладно, ладно. Я музыки, наверное, дорослого, так что там музыки. И, конечно же, первая ассоциация хип-хоп. Да, и сегодня у нас многоуважаемый судья, человек, который уже заявил о себе в Европе, в мире, да, это Кьета, больше шума! Кать, дайте энергию, ваша любовь! Итак, у нас сразу батлы путем многочисленных селекшенов в разных регионах Российской Федерации, районов Москвы и области окраин. Вообще нереально. В хип-хопе сегодня 8 человек, прям вот мега селекшены, везде прошли. И первый батл у нас